С вами интернет-магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас идет обзор профессиональный набор инструмента премиум-класса от компании King Tony на 110 предметов. Код товара ST7510MR. King Tony – это профессиональный инструмент высокого класса. Представление не нуждается, очень много отзывов положительных в интернете вы найдете о данном инструменте. Производится инструмент на острове Тайвань. Поставляется набор, сверху идет на кейсе такая упаковочная коробка. Информация важная, это пожизненная гарантия на инструмент King Tony. Расширенная комплектация, полностью указано, что есть в данном наборе. И адрес изготовителя, остров Тайвань и где находится завод. В наборе идут две трещотки, два рабочих квадрата, 1/2 и 1/4. Трещотки на 45 зубьев. Они разборные, ремкомплекты можно докупить к трещоткам. И также разобрать и обслужить внутри. Трещотки 45 зубьев. Имеют реверс, быстрый сброс головки. Рукоятки здесь комбинированные, резина, пластик. Синий цвет это у нас пластик и красные вставки резина идет. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 250 мм. И трещотка под квадрат 1,4 длиной 135 мм. Также комбинирована рукоятка, реверс и 45 зубьев. Также весь инструмент в наборе имеет код по каталогу. То есть по этому коду вы можете найти в каталоге King Tony. Есть бумажные версии, есть PDF-версии на сайте официально. Вот данную трещотку, допустим, по этому номеру. Есть надпись King Tony на металле, логотип и также есть надпись King Tony на рукоятке самой. Трещотки здесь прямые идут. Отверточная рукоятка, длина 150 мм. Также есть код по каталогу, ручка здесь из пластика. Есть присоединительный квадрат, куда вы можете подсоединить или трещотку, в зависимости от работы. Или если что-то нужно выкрутить, можно подключить сюда Т-образный вороток. И получаем такую вот конструкцию. Используется отверточная рукоятка или с битами под 1/4. Или подсоединяем сюда головки под квадрат 1,4. Так, Т-образные воротки. Два Т-образных воротка под 1/2 и под 1/4. 1/2 длина 250 мм. Он также служит и удлинителем, если снять переходник. Удлинитель 250 мм под квадрат 1,2. Этот переходник можете применять также для перехода с 3/8 на 1/2. То есть использовать головки из набора под 1/2 с трещоткой под 3/8. И вороток под 1/4, длина 11 см, с плавающей головкой. Так, удлинители под 1/4, два удлинителя, 150 мм. И под 1/2, я уже один показал, 250 и 125, еще один под 1/2. Также промаркировано под каталог. Каталожный номер есть на каждой единице инструмента. Но это особенность профессионального инструмента высокого класса. То есть в дешевых наборах вы такого не встретите. Два кардана, 1/2 и 1/4. Карданы здесь не винтами скреплены, а вот такие вот вставки металлические идут. То есть карданы не разборные. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки. Очень хорошо защелкивается инструмент даже в нижней крышке. Далее перейдем к головкам. В наборе шестигранный профиль. Головки под 1/4 у нас 13 штук и под 1/2 17 штук.
По 1/4 самая маленькая у нас на 4 мм головка шестигранная. И самая большая на 14 мм. Под 1/2 самый маленький размер на 10 мм. И самая большая 32 мм, 6 граней. Особенность кингтони головок, видите, они снизу немножко заужены. Соответственно, вес головки будет меньше. Обычно это 220 грамм, здесь идет 182 грамма. То есть она вот имеет вот такую вот форму. Потому что обычно вот идут в наборах, типа вот прямая форма. Есть вот головка, допустим, у нас здесь на 16, она идет прямая. 32 идет зауженная снизу, соответственно, вес ее будет меньше. Это не означает, что она плохого качества, никто не набор профессиональный с пожизненной гарантией, просто вот имеет такую униформу, соответственно, вес головки 182 грамма. Особенность инструмента еще вот синяя полоска, идет по центру головки, 32 мм, CRV, хром-ванадиевая сталь. Кингтони надпись и номер по каталогу. То есть, соответственно, головку можно найти в каталоге Кингтони. Далее биты под 1/4. Уже идут прессованные в переходник, или, как говорят, прессованные в головку. Общее количество бит 18 штук под 1/4. И биты под 1/2, которые используются с переходником. Выбираете нужную биту, вставляете в переходник. Ну а дальше сюда можно подключать трещотку, вороток, удлинитель вставлять. Биты есть торкс, есть шлицевые, крестовые и биты шестигранные. Соответственно, и так же самое на 1/4. Торкс, шестигранные, крестовые и шлицевые биты. Головки длинные, общее количество 13 штук. Самый маленький у нас размер на 6 мм. И самая большая у нас головка идет на 22 мм. И головки Torx, также 13 штук. Самая маленькая E4. И самая большая у нас головка E24. И есть вот такой вот вороток. Трещотка бесшаговая называется. Вот, трещотка бесшаговая. Здесь реверса, вернее не реверса, а трещотки самой нету, трещоточного механизма. А есть реверс справа-влево. Применять данный вороток можно в труднодоступных местах. Есть вот такой вот переходник, вставляете. Можно, и сюда можно подключить или биты вставлять, или подключать головки под квадрат 1,4. Сама трещотка внизу пластик, и здесь идет алюминий. Вот так, таким образом. Удобно работать в труднодоступных местах. Кто пользовался, говорят, очень удобная вещь, что покупал данные наборы. Говорят, что очень выручает, где труднодоступное место, нужно что-то подкрутить, открутить. Так, по комплектации все. Еще вот набор Г-образных ключей есть, шестигранников. По комплектации все. По литью инструмента все на высшем уровне, то есть все хорошо отполировано, нанесено защитное покрытие. Материал затовления указывает производитель, это хром-ванадиевая сталь. В верхней крышке также хорошо инструмент держится, не выпадает, хорошо защелкивается. Кейс синий пластик, соединен пластиковыми зависами, но внутри, видите, металлические есть вставки в зависах. Запирание на металлические замки, тоже плюс. Дольше прослужит, чем пластиковое. Сейчас закроем набор, покажем габариты самого кейса. Вес набора составляет 7 кг. Габариты: ширина 42 см, длина 29 см,
высота 8,5 сантиметра. Пластик здесь высокого качества, да и вообще кейс очень хорошо изготовлен. Вопросов поэтому нет. Профессиональный инструмент, он профессиональный. И видите, логотипы также нарисованы на замках металлических. Кингтони логотип на верхней крышке кейса есть. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Кому это видео поможет с выбором инструмента, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До свидания.